Десногорск – город достаточно тихий и благонадежный, и тем не менее, время от времени случаются происшествия, которые можно квалифицировать как непонятные акты вандализма и хулиганства. Так совершенно непонятно зачем. На общественном пляже ломали деревья, переворачивали урны и вырыли огромную яму. Участников таких действий очень трудно выявить, так как результаты обнаруживаются утром. И чаще всего такими местами в нашем городе оказывается пляж, центральная площадь и детский городок в 4-м микрорайоне. В этом году начались работы по установке камер видеонаблюдения. Управление по делам ГУЧС города Десногорска в 2018 году приняло участие в конкурсе, проводимом Росэнергоатомом в рамках проекта «Безопасный город». Мы победили в этом конкурсе, получили финансирование. На эти денежные средства был осуществлен ремонт помещения и подготовлены рабочие места для оператора системы «Безопасный город». В настоящее время монтируются камеры видеонаблюдения в городе. Здесь будет располагаться пункт управления и мониторинга за окружающей обстановкой. Информация, получаемая с камер видеонаблюдения, будет использоваться для обеспечения правопорядка на территории города. Камеры установлены на городском пляже, над детским игровым городком в 4-м микрорайоне, и после ремонта фонтана под наблюдением будет центральная площадь. Сделан ремонт в оперативном диспетчерском пункте. Проект «Безопасный город» получит свое продолжение в следующем году, и другие общественные места будут меньше доступны для нарушителей правопорядка.